как это может быть? А вот так вот. Обманывать, вот я тут, я никогда не обманывала. Я более откровенные роли играла. Так? И наивно я могу с вами общаться. А вот еще наивно, да еще обманывать. А что, вы наивно ли будете играть? Нет, не играть, а так. А наивность, буду... она в ваших действиях будет. Ага, ну вот те действия отношения. Прямые. А вот обманывать я еще не умею. Да просто как обмануть, актриса. Значит. А как человек? А как человек? Как человек я умею, но в себе это не культивировала. Да все равно умеете. Умею, это у меня в природе, это у меня есть. Но вот вы, вот это то, что вы умеете, мне больше ничего не нужно. Каждый человек это имеет в природе. А ведь видите, то, что я вам предлагаю, почему это особенно важно? Я вас сразу выключаю из плоскости актерства. И вас помещаю в плоскость ваших человеческих жизненных воспоминаний. Там вы сильны, там у вас материал огромный. Ну? Она смеется над тобой. И по делам, скажу я прямо. Обманывать себя, возможно ли так упрямо? Ведущие актеры МХАТа на рядовой репетиции старались изо всех сил. От Станиславского нельзя было скрыть малейшую неправду. Слушая диалог, он следил не за словами, а за внутренней жизнью актера, за мельчайшими движениями души. К самым известным актерам он был требователен и даже придирчив, как к начинающим студийцам. Ты же говоришь о том, кого не знаешь. Ну стоп, остановимся. Вот слушайте, значит, вы сейчас, что вы делали, когда начали играть? Вы приспособлялись друг к другу или нет? Ну, ощупывали друг друга или нет? Насколько возможно. Ориентировались или нет? Вот этому было мало. А вы должны эти слова, вот, которые вам кажутся уже началом сцены, они в жизни-то, они были бы только подходом к настоящему общению. А вот это, все эти слова употребите на то, чтобы подготовить общение. А в чем заключается общение, подготовить? Вы, когда хотите, вот оба, два врага сошлись, этот хочет к нему как-то подольстить или как-то смягчить его, а вы его смягчаете или подольщаете. Ну? Она смеется над тобой. И по делам, скажу я прямо. Обманывать себя, возможно ли так упрямо? Ты не сердись, друг милый мой. Но где же видно, чтоб человек почтенный себя, семью, все позабыл? Для личности далеко не почтенный. Ну, будь справедлив. Постой. Постой. Уйми свой пыл. Ты попусту слова теряешь. Ведь ты же говоришь о том, кого не знаешь. Ну, стоп, остановимся. Вот слушайте, значит, вы сейчас, что вы делали, когда начали играть? Вы приспособлялись друг к другу или нет? Насколько ощупывали друг друга или нет? Насколько возможно. Ориентировались или нет? Вы шли по линии общения или нет? Или вы шли сразу, начали играть сцену? Это был последний. А вы должны эти слова, вот, которые вам кажутся уже началом сцены, они в жизни-то, они были бы только подходом к настоящему общению. Вот этим ощупыванием, во время этого монолога, вы, то есть диалога, вы друг друга так... Скажу я прямо. Обманывать тебя, возможно ли так упрямо? Ты не сердись, друг милый мой. Но где же видно, чтоб человек почтенный себя, семью позабыл? Для личности далеко не почтенный. Ну, будь справедлив. Постой. Постой. Уйми свой пыл. Ты попусту слова теряешь. Ведь ты же говоришь о том, кого не знаешь. Ну, стоп, остановимся. Вот слушайте, значит, вы сейчас, что вы делали, когда начали играть? Вы приспособлялись друг к другу или нет? Насколько возможно. Ощупывали друг друга или нет? Насколько возможно. Ориентировались или нет? Вот этому было мало. Вы уже начали, собственно, выкладывать свои, каждый свое мнение и... Вы выслушиваете, вы говорите, тот выслушивает, тот говорит. А вот это, все эти слова употребите на то, чтобы подготовить общение. А в чем заключается общение, подготовить? Вы, когда хотите,
вот оба, два врага сошлись, этот хочет к нему как-то подольститься или как-то смягчить его, а вы его смягчаете или подольщаете. Скажите, в чем ваша ошибка? Вы шли по линии общения или нет? Или вы шли сразу, начали играть сцену? Это был последний. А вы должны эти слова, вот, которые вам кажутся уже началом сцены, они в жизни-то, они были бы только подходом к общению. Вот этим ощупыванием. Во время этого монолога вы, то есть диалога, вы друг друга так зондировали. Ну, как это сказать, новые предлагаемые пьесой. Как это может быть? А вот так вот. Обманывать, вот я тут, я никогда не обманывала, я более откровенные роли играла. Так. И наивно я могу с вами общаться, а вот еще наивно, да еще обманывать. А что, вы наивно будете играть? Нет, не играть, а так. А наивность, буду... она в ваших действиях будет. Ага, ну вот те действия отношения. Прямые, а вот обманывать я еще не умею. Ты просто как обманывать, актриса. Значит? А как человек? Как человек я умею, но в себе это не культивировала. Ты все равно умеете. Умею, это у меня в природе, это у меня есть. Но вот вы, вот это то, чтобы уметь, мне больше ничего не нужно. Каждый человек это имеет в природе. А ведь видите, то, что я вам предлагаю, почему это особенно важно? Я вас сразу выключаю из плоскости актерства. И вас помещаю в плоскость ваших человеческих жизненных воспоминаний. Там вы сильны, там у вас материал огромный. В области актерской техники, давайте разберем, сколько у каждого актера штамп?